Анастасия Колманович – очень загадочная личность в российском кинематографе. Она нечасто появляется в кино и играет преимущественно роковых женщин эффектной внешности. А ведь состоялась она не только как актриса, но и как продюсер. Именно ей Земфира обязана своей популярностью. Но обо всем по порядку. Кто такая Наталья Брилева «Тайны молодости»? Наталья Брилева, однако под таким именем ее никто не знает. Дело в том, что с 6-летнего возраста девочка Наташа ненавидела свое имя и впоследствии стала Анастасией Колманович. Колманович – это фамилия мужа олигарха, который во времена СССР был разоблачен сотрудником КГБ, но об этом чуть позже. У актрисы нет профильного образования, зато есть предпринимательская жилка. После школы Анастасия поступила в Государственный университет Риги, но очень скоро поняла, что журналистика ей чужда, поэтому бросила неинтересную учебу и трудоустроилась администратором в ресторан. В Москву перебралась в 90-х, причем совершенно случайно. Познакомилась с ныне покойным музыкантом Батырханом Шукеновым из А-студио в Юрмале, который позвал ее на рождественские встречи Аллы Пугачевой. И, побывав в столицу, на родину она уже обратно не захотела. С поиском работы проблем не возникло. Ее принял в качестве помощницы криминальный авторитет Атарик Кватринашвили. Эта подробность биографии Колманович круто изменила ее жизнь. Замуж за олигарха и потеря дочери. Шабтай фон Калманович, первый муж Анастасии, во время СССР он работал в КГБ и жил в Израиле. Правда, позднее израильское правительство обвинило его в шпионаже и приговорило к пожизненному заключению. Благодаря Горбачеву его освободили досрочно и депортировали в Советский Союз. Итак, они познакомились в офисе Атари Кватришвили, и 45-летний олигарх-меценат тут же заприметил 20-летнюю помощницу своего партнера. Неизвестно, была ли это любовь с первого взгляда или тонкий расчет, но замуж Анастасия выходила беременной, правда, спустя 5 лет. К слову, жених был на 25 лет старше, но невесту это ни грамма не смущало. Вскоре на свет появилась дочь Даниэлла, правда, семейной идиллии не получилось. Шабтай фон Калманович после смены власти навсегда эмигрировал в Израиль и забрал с собой дочь. А Анастасия осталась в России. Правда, женщина получила солидные отступные и ни дня не бедствовала. Позднее Анастасия Калманович публично заявила, что бывший муж забрал дочь против ее воли, фактически выкрал, а она осталась после развода ни с чем. Почему Калманович не общается с дочкой? Злой рок настиг Шабтая именно в России, когда в 2009 году его автомобиль расстреляли неизвестные, раскрыть это преступление правоохранительным органам так и не удалось. Но Даниэлла в одно мгновение стала богатой наследницей, которую любящая мать захотела вернуть в Россию. Но и тут ничего не вышло. Дело в том, что законным опекуном Даниэллы стала ее старшая сестра по отцу Лиат Калманович, которая также проживает в Израиле. Вернуть расположение родной дочери и наладить контакт Анастасии так и не удалось. Родственницы не общаются и по сей день. Замуж за продюсера и рождение сына. Вторым мужем актрисы стал продюсер Федор Фомин, которому Калманович родила сына Тихона. Супруги счастливы в браке больше 10 лет, проживают в Юрмале, но до недавнего времени регулярно появлялись в России. Калманович и успех Земфиры. Покойный супруг не только обогатил Анастасию Калманович, но и многому ее научил. Неудивительно, что сразу после развода женщина решилась пробовать свои силы, тем более, как сама утверждала, испытывала острую нужду. Тогда она взялась за раскрутку начинающей певицы Земфиры и помогла ей достичь грандиозных высот. Кстати, тогда ей всего было 28 лет. Именно Анастасия стала звездным продюсером певицы Земфиры и организовала ей первые гастроли в родной Прибалтике. Правда, позднее на концерте во Владивостоке Земфира неожиданно разозлилась и прогнала Анастасию, сообщив ей, что для нее она стала слишком душной. Так и закончились их партнерские отношения, а вместе с ними и прорыв Земфиры, по мнению Анастасии. А что же сегодня? Анастасия Калманович 50 лет, и она прекрасно выглядит. Помимо продюсерской деятельности и съемок в кино, женщина за хорошие деньги консультирует спортсменов и бизнесменов международного уровня. Также Анастасия разработала уникальную методику оздоровления и питания, развивает личный бренд. Если с дочкой отношения не сложились, то сыну знаменитая актриса уделяет много времени.
Вообще, в последнее время все стали гуру марафонов, гуру здорового питания, гуру еще что-то. Все продают электронный материал. На самом деле, на мой взгляд, продают воздух. А что вы думаете по поводу всего этого гуру-марафонства?